На месте бывшего стадиона «Водник» в Петропавловске идет активное строительство. До наступления холодов подрядчики спешат выполнить большую часть необходимых работ. Строители уже приступили к возведению надземной части здания. В двухэтажном ФОКе общей площадью почти 6 тысяч квадратных метров построят два бассейна. Взрослый, длиной 25 метров, рассчитанный на 4 плавательные дорожки, и 10-метровый детский. Также в «Воднике» планируется универсальный зал для игровых видов спорта с трибуной на 550 мест. Залы с тренажерами и для занятий аэробикой и боксом. Прием первых посетителей физкультурно-оздоровительного комплекса «Водник» запланирован на конец 2021 года. Объект строится у нас по плану, техническая готовность более уже 10%. На самом деле каркас металлический, который сейчас возводится, он просто вырос как гриб за последние буквально 2 недели. Ранее уже выполнен демонтаж всех трибун и всех существующих построек, которые раньше были здесь на стадионе. Ведется строительство подпорной стенки, перенос всех кабельных линий.